Но почему сегодня у одних специалистов полная запись при высокой стоимости услуг, а другие с трудом набирают клиентов? Ответ в том, насколько наши знания соответствуют меняющейся психологии современного человека. Проще говоря, насколько наши профессиональные знания соответствуют времени. Путь к профессиональному успеху долог и тернист. Чтобы стать востребованным специалистом, необходимы опыт и знания, что стоит немалых денег. Таких, что не просто заработать, будучи, например, штатным специалистом государственного учреждения. Я хорошо это знаю, поскольку сам работал в государственной клинике, и по тем временам моя зарплата не превышала и $100. Есть, впрочем, и другой вариант. У вас уже есть клиентская база, вы практикуете частным образом, но прекрасно понимаете, что в нашей профессии учиться, осваивать новые методики нужно постоянно. Только так сохраняется ваша уникальность как специалиста, ваш почерк, ваше имя. И здесь есть два аспекта, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Во-первых, выбирайте то, что востребовано именно сейчас. Я не буду перечислять модные методики, которые вы и сами нагуглите в интернете. Сейчас перед человеком буквально экзистенциальные вызовы. Конкретный человек пытается понять, кто я, что есть мир вокруг меня, в чем его смысл, как мне жить дальше. Часто наш клиент даже не осознает, что он задает именно эти вопросы. Он может жаловаться на проблемы, связанные с работой, на охлаждение в отношениях со второй половиной, отсутствие взаимопонимания с близкими, с родителями или детьми. Но за этими привычными, казалось бы, вопросами сейчас скрываются куда более серьезные вещи. Это касается нашей глубинной психологии. Поэтому, основываясь на той работе, которую я сейчас активно провожу, можно точно сказать, именно это и работает. А поэтому важно сделать ставку именно на глубинную психологию. Во-вторых, конечно, очень важно, у кого вы будете учиться. Какие-то системы подготовки психологов и психотерапевтов, несмотря на их серьезность и академичность, просто устаревают, не поспевают за временем и его стремительными изменениями. Актуальность – это сейчас основа успешности. С другой стороны, кто-то обращается к курсам, которые делаются, ну, прямо скажем, на скорую руку. Этим грешат специалисты, которые способны красиво себя презентовать, но не имеют достаточного профессионального опыта и фундаментальных знаний. Если вам действительно важно развиваться в профессии, оказывать по-настоящему значимую ценную помощь своим клиентам, создавать профессиональные коллективы, иметь широкую аудиторию, вам нужно правильно выбрать направление и найти своего учителя.